защитники, жители блокадного Ленинграда. Примите огромную благодарность и глубокое уважение за ваш героический подвиг. Да, память священна. Вовек не забудем, что значит блокада. И взглянем печально, светло, благодарно на тех ленинградцев, на тех гибших, на тех легендарных, умевших сражаться. Тебя это удивляет. Отвечая 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, будет. Мы преклоняемся перед светлой памятью героических участников его обороны, павших в боях, погибших под бомбами и артиллерийскими снарядами, погибших от голода, холода и ран госпиталя. Величие их подвига не померкнет к памяти поколения. Помните, через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Память павших, будьте достойны, вечно достойны. Является минута к прохождению торжественным маршем роты почетного караула. Церемонию возложения цветов к триумфальной арке Победы. Цветы к триумфальной арке Победы возлагаются от правительства Санкт-Петербурга.
цветы возлагаются от Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Цветы возлагаются от администрации муниципалитетов, ветеранских организаций и жителей Петродворцового района Санкт-Петербурга. Цветы возлагаются от администрации муниципалитетов, ветеранских организаций и жителей Пушкинского района Санкт-Петербурга.